Почти все мы зачитывались в детстве приключенческими романами. Отважные герои отправлялись в неизведанные земли. События там всегда происходят сотни лет назад. И недавно я задумался, а в наше время еще осталось место для приключений? Остались ли уголки на планете, дорога до которых это уже настоящее приключение? Ведь только единицы были там. Как оказалось, такие места все еще есть. И если вы отправитесь туда, то увидите белых медведей и китов, северное сияние и ледяные поля. Земли настолько далекие, что там годами не бывает людей. Удивительные места, где даже время идет по-другому. Вы увидите Чукотку. Калининград, Москва, Москва, Анадырь. В этой строчке, кстати, поместилось больше 7000 километров. Так что из аэропорта сразу на борт судна «Профессор Хромов». Слишком долго мы ждали этой встречи. Мы – это все та же маленькая команда из двух человек. Я – Павел Матвеев и мой друг-видеограф Глеб Волошин. Только в прошлом году мы погружались в затопленный карьер в Сибири, бродили по сверкающим коридорам Кунгурской ледяной пещеры в Пермском крае и покоряли склоны Шерегеша. В общем, думаю, и к этому северному приключению мы готовы. Учебная шлюпочная тревога. Учебная шлюпочная тревога. Учебная шлюпочная тревога. Перед выходом нам подробно объяснили, как проходит эвакуация, какая у каждого роль, где его шлюпка, жилет и как этим пользоваться. С надеждой, что информация так и останется невостребованной, покидаем порт. Проводить нас собрались местные белухи и тюлени. Мне кажется, они пытались понять, ну куда эти двуногие? Корма же и тут на всех хватает. Был почти штиль, что дало возможность с легкостью привыкнуть к нашему новому дому на ближайшую неделю. И я точно знаю, что смог отправиться в это приключение только благодаря туроператору Panarctic Star, а точнее одному из его проектов – Vasta Expedition. И это не просто слова. Без их знаний, без такого судна, без опытнейшей команды добраться до острова Врангеля, Ратманова, Калючин физически невозможно. Кстати, кроме Vasta Expedition, у Panarctic Star есть проекты «Китовый берег», «Нералах» и скоро появятся и новые. В общем, если вы хотите отправиться в настоящее приключение, вам в Panarctic Star. С профессором Хромовым и его экипажем обязательно еще познакомимся. Впереди как раз будет много подходящих переходов. Всю ночь мы выходили из Анадырской бухты. Проснувшись, обнаружили себя уже в Чукотском море. Скоро подойдем к косе Маячкин, и нас ждет первая высадка. Точнее, ждем ее мы. Очень.
Перед тем, как пересесть на зодиаки, так называются эти катера, надо перевернуть присвоенный тебе номерок, по возвращению вернуть его в прежнее положение. Это дополнительная мера безопасности, чтобы никого не забыли на берегу. И вы видите, как мы близко к суше. Профессор Хромов – очень компактное судно, с осадкой всего в 5 метров, что позволяет ему заходить в любые мелкие фьорды. И если большие корабли часто вынуждены вставать на якорь милях в 5 от земли, то мы в сотнях метров. Управляют зодиаками действующие специалисты Центра Спаса. Они побывали во многих экстраординарных ситуациях – землетрясения и катастрофы. С такими компаньонами в этих диких местах как-то поспокойнее. Коса Маячкин очень скрытная. Ее длина 60 километров. Но еще примерно 40 спрятаны в воде. А с помощью коптера можно увидеть рельеф этой полоски суши. Вся коса идет словно волнами. Есть подозрение, что этот островок временами уходит под воду. По большей части Маячкин интересна тем, что на ней располагается лежбище моржей. Вообще мы с Глебом снимали моржей на побережье Карского моря. Это, между прочим, самое большое материковое лежбище атлантических моржей. В том числе я моржей снимал на островах в районе Новой Земли. И сейчас мы высадились вот здесь на мыс в надежде снова увидеть этих великанов. Но, к сожалению, они ушли. Их сейчас здесь нет. Максимум, что мы смогли найти, это вот такие вот сувениры, так сказать, от них. Будем гулять дальше. Если вы очень впечатлительный человек, то, возможно, вам сейчас лучше отвернуться от монитора. По всему островку то там, то здесь встречаются останки моржей, их шкуры и кости, которые с большим удовольствием обгладывают чайки. И если посреди города меня бы этот натюрморт и смог бы смутить, то тут эта картинка смотрится абсолютно уместно. Вот как на Северных Курилах я снимал семейство песцов, живущих в черепе кашалота. Смерть одних дает жизнь другим. Такова природа. А красоты Курил и их обитателей обязательно зацените на канале, если еще вдруг не видели. Когда возвращались на судно, я разглядел в бинокль маленький домик, сиротливо стоящий на берегу. Оказалось, здесь иногда останавливаются на постой охотники. Возвращаемся на корабль, и впереди свободный вечер. К следующей точке, острову Итегран, мы подойдем уже завтра. Значит, есть время познакомиться с членами экипажа судна. И начнем с идейного вдохновителя этого похода, человека, собравшего команду и создавшего маршрут. Михаил Тягушкин, начальник этой экспедиции. Если верить, что у каждого из нас есть свое предназначение, то Михаил был создан для моря. В честь его прадеда назван мыс Голдобин в Приморском крае. Родители были дипломатами, и детство Михаил провел на далеких берегах. В пионеры принимали на борту корабля, так что когда после иньяза молодой человек пошел матросом-переводчиком, никто не удивился. И вот уже больше 30 лет он в море, ходил от северных морей до Средиземки. И когда человек с таким бэкграундом говорит, что впереди будет что-то увлекательное, ты как-то охотно веришь. Вы посетите те места, куда, в принципе, турист попасть никаким образом не может. Ну, например, на остров Ратманово, насколько я знаю, за последние 2 года только один раз судно приходило, и это судно было профессор Хромов. Остров Геральт практически не посещаем. На Врангеля в этом году, кроме Хромова, не было никого. То есть, в принципе, во всех этих местах вы не то что никого не встретите, ну, никто здесь и не бывал до вас последние пару лет. Друзья, как вы знаете, такие путешествия уникальные. И можно долгое время копить и собираться, но так и не отправиться в подобную поездку, так и не решиться. Хотя, как по мне, воспоминания и эмоции – это то, что останется с вами навсегда. Да и к тому же путешествия по-прежнему очень круто заряжают энергией. Но, к сожалению, они зачастую лишь остаются в планах на долгое время, потому что вот так сидишь и ждешь тот самый благоприятный момент. Хотя нередко возникают случаи, когда появляются очень крутые предложения. Например, многие туроператоры дают существенные скидки при раннем бронировании.
или же наоборот, появляются так называемые горящие туры. Но вот не всегда в таких случаях есть необходимая сумма денег на руках. И поэтому на помощь приходит потребительский кредит. Но подходить к оформлению кредита надо максимально ответственно и правильно пользоваться этим финансовым инструментом. Сейчас есть выгодный вариант оформить кредит в Сбербанке. Причем это уникальное предложение – кредит с кэшбэком. Ведь вы сможете получать каждый месяц 2% от ставки бонусами Сберспасибо. А эти бонусы уже тратить по своему усмотрению. Главное условие – это подключенный пакет Сберпрайм Плюс и оформление кредита до 31 марта. Кстати, сумма кредита может варьироваться от 10 тысяч до 30 миллионов рублей. А оформление прямо в приложении за несколько минут. Так что можно не копить годами, а исполнить мечту прямо сейчас. Переходите по ссылке в описании к видео и изучайте все подробности. Раннее-раннее утро, мы встали на якорь, и все, до сих пор я никак не могу прийти в новый режим времени, и проснулся в 5 утра. Думаю, что лежать, вышли на палубу, невозможно классная свежесть, вот этот неповторимый запах океана, и вдалеке слышны всплески фонтанов. В общем, мы встретили китов, и это нереальные какие-то кадры получились, я думаю, вы сейчас посмотрите, и мне нечего комментировать. Мне кажется, только что родилась первая в истории примета, действующая всегда, на 100%. Увидеть кита с радугой – это к счастью. Ну а как можно быть несчастливым, если ты увидел кита, который своим фонтаном создает радугу? Уже знакомая картинка и последовательность событий. Краном зодиаки спускают на воду, а затем мы по трапу спускаемся в лодке. Высадка на остров Итигран была легкой. И для начала, чтобы осмотреться, мы решили подняться на возвышенность. Хочется и просто размять ноги, но что важнее, полюбоваться местными пейзажами со всех сторон. Забавно, каким миниатюрным, можно даже сказать беззащитным, может оказаться 70-метровое судно ледового класса на фоне этих суровых северных красот. Но самое любопытное, то, ради чего в первую очередь идут на Итигран, находится внизу. Главная загадка этого острова – китовая аллея. Наверное, вот такие истории больше всего вдохновляют на путешествия.
Только представьте, 76-й год. Это ведь, по сути, ну, совсем недавно. У меня, например, «Волга» была раньше произведена, да и «БМВ» в том числе. Так вот, 1976 год. Группа приезжает сюда для того, чтобы исследовать таинственный необитаемый остров. И они встречают тут вот это. И такие истории вдохновляют верить в то, что на каждого путешественника в мире еще осталось хотя бы по одной неразгаданной тайне. И находясь в таких декорациях, в это поверить еще проще. То, что издали можно принять за каменные абстрактные статуи, вблизи оказывается такой вот инсталляцией из настоящих костей китов. Кстати, как вы думаете, что это за кости? Наверное, ребра будут самым популярным ответом. Но это часть китовых челюстей. Только представьте, какого размера были эти гиганты. И возникает резонный вопрос. Для чего же жители близлежащих островов построили здесь вот это? Да, остров Итигран был и остается необитаемым, и вот этот вот арт-объект, состоящий из полсотни китовых костей, создали здесь жители близлежащих островов. И зачем? Самое первое, что приходит в голову, это какие-то сакральные и мистические смыслы. Вот, мол, это специальное место для жертвоприношений, или же связи с потусторонними мирами или какими-то богами. Но на самом деле все гораздо проще и имеет простой прикладной смысл. Дело в том, что остров Итигран использовался для того, чтобы хранить на нем мясо. И вот как раз-таки вот эти вот постройки сделали для того, чтобы сушить на них шкуры, а также свои лодки. Так уж устроены люди. Когда ты находишь на краю света древний арт-объект из огромных костей, очень хочется увидеть в этом что-то таинственное. Вот даже взять меня. Я уже знаю, что тут к чему. Мне объяснили, никакой мистики тут нет. Но внутри все-таки сидит червячок сомнения. Ну вот прям ни капельки. А может от нас просто что-то скрывают? Как бы то ни было, выглядит китовая аллея невероятно. Композицию очень дополняет сдержанная северная природа, жадная на краски. А шум волн, бьющихся о берег, лучший саундтрек. Охота на китов – это не просто история этих мест. Нужно понимать, что и по сей день это важная часть культуры местных жителей. Да что там, от этого зависит выживание. Надо оговориться, я не люблю охоту, когда житель большого города садится в дорогую машину, берет с собой не менее дорогое ружье, едет в лес, чтобы убить с безопасного расстояния очередную лань, ну потому что ее голова очень хорошо будет смотреться над камином, это одно. А охотиться, чтобы жить так, как жили твои предки, чтобы добыть пропитание, это совсем другая история. Здесь люди, они по-прежнему, ну кто бы к этому как ни относился, а я отношусь положительно, находятся на китов с маленьких лодок. То есть это удивительно, это настоящий герой. Они сохранили свои традиции, танцы. То есть с ними интересно, есть о чем поговорить. Они сами себя называют настоящие люди, это действительно так. Не при мне было, конечно, вот было в Нешкине, там человека хвостом ударил кит. Ну, через сутки человек умер. Вот там, да, страшно. С Василием мы еще, к счастью, пообщаемся. Он сотрудник заповедного парка Берингия. И через день нам предстоит высадка на остров Колючин. Пока сохраню небольшую интригу. Скажу только одно. Выходить там на берег без проводников не просто запрещено. Смертельно опасно. И это не преувеличение. А пока отправимся в бухту Гильмимль. Здесь есть термальные источники, и при желании в них даже можно искупаться. Но так уж сложилось, что настроения тюленить ни у меня, ни у Глеба не было. Так что наша маленькая команда выдвинулась в небольшой трек, охотиться за красивыми планами. Мне кажется, пару-тройку трофеев добыть удалось. Тут очень легко увлечься масштабом. Скалы с холмами, подпирающими облака. Рекой, переходящей в море.
Там в травяном ковре прячутся ярко-красные ягоды, грибы. Знаете, есть такие картинки. Чем дольше всматриваешься, тем больше находишь новых деталей. Тут ровно точно такая же история. Ну и пора бы смахнуть пыль с рубрики «Рум-тур». Итак, рум-тур по нашей каюте. Тут, конечно, все довольно компактно, но при этом очень просторно. Поверьте мне, я не первый раз на корабле. Итак, первое спальное место. Тут обитаю я. Второе спальное место. Здесь находится Глеб. И у нас у каждого есть по вот такому вот шкафу. Здесь находится, конечно же, спасательный жилет. А вот этот мы можем использовать по своему усмотрению. Собственно говоря, у меня здесь просто-напросто свои вещи лежат. Здесь сверху у меня точно так же есть желез. Под кроватью находится рундук, куда можно запихать на самом деле дофига всего. Но в принципе места нам хватает, поэтому здесь я разместил жилет для высадок. Здесь мы разместили наши великолепные сапоги для высадок. Умывальник. Очень круто, что у нас прямо в каюте есть умывальник. Можно утром зубы почистить, помыть руки и так далее. Здесь такой небольшой блочок с косметическими, так сказать, принадлежностями. Мыло. Ну и рабочий стол. Полноценный классный рабочий стол. Вот так вот можно сесть за компьютер, скинуть видосики, посмотреть фотографии, которые получились. Ну и, собственно говоря, все зарядить. У нас здесь такой творческий беспорядок. Куча всего, пульты, зарядки, батарейки, в общем, все, целая куча проводов, примерно так оно все всегда работает. И что классно, что здесь еще есть отдельные USB-порты, можно просто втыкать и через USB-шку заряжать. А еще прикольно то, что у меня, я не помню, по-моему, это английская вилка на коптере, и она сюда встает без переходников. Ну и одна из самых важных вещей, это вот этот вот громкоговоритель, по которым нам извещают все максимально нужные новости. И в целом система оповещения по кораблю. Ну и еще одна полочка, на которой разместились всякие вещицы. Например, вот этот сувенир, который уже довелось найти на косе во время высадки. Это позвонок моржа. А, еще есть вот такие вот прикроватные лампочки. Прямо как в поезде. Глеб, например, читает вечером книжки. И это очень удобно. А, и, кстати говоря, есть еще вот такая вот система вентиляции, которая вентилирует прекрасно, но она, конечно, немного шумит. Чувствую, как прибывает свежесть. Чуть больше шума и гораздо больше тепла в машинном отделении. Перед вами внутренний мир нашего судна. Его двигатель, как и положено сердцу, работает в режиме 24/7. К слову, у профессора Хромова два двигателя. И он может находиться до 70 дней в автономном плавании. Хромов был спущен на воду в 1983 году. 5 лет назад корабль прошел реновацию, так что он в отличном состоянии. Научно-исследовательское судно ледового класса работало в Тихом океане, Индийском, Атлантическом и Северно-Ледовитом. Были и международные экспедиции – США, Япония, Южная Корея. И может показаться невероятным, но капитан корабля Иван Борисович Киселев 40 лет назад и принимал судно на заводе в Финляндии. Сам Игорь Борисович бороздит моря и океаны уже 57 лет. Когда находишься в рейсе, то тебя всегда тянет на берег, а на берегу, когда ты находишься, после 2 недель тебя всегда тянет уже в море. Профессор Хромов проходит через Берингов пролив. И может для судна это и небольшое событие, но для меня лично очень даже. Есть на карте знаковые точки, достигнув которых ты словно выходишь на новый уровень как путешественник. Побывать на экваторе, подняться на вершину самой высокой горы. Берингов пролив и расположенный тут мыс Дежнёва как раз из таких мест. Покидаем зодиаки, высаживаемся на каменистый берег и начинаем подъем. На вершине стоит маяк, полвека освещавший дорогу морякам в этих землях. А наш путь лежит через еще одну китовую аллею.
И хотя она уже вторая за последние дни, и говорят, что соорудили ее сильно позже, но, признаюсь, впечатление эта картинка все еще производит. А что это за ямы? Тут таких несколько. Это память о Наукане, эскимосском поселении, основанном в 14 веке. Перед вами все, что осталось от науканских жилищ Яранг. Вот это по-настоящему Дальний Восток. Мы сейчас находимся на самой восточной точке континентальной Евразии. Это мыс Дежнёва. Но кроме всего прочего, это место интересно еще по нескольким причинам. Дело в том, что тут находится пролив, который соединяет два материка. Здесь же находятся границы слияния крупнейших океанов. И здесь же неподалеку проходит линия перемены дат. Но продолжим наше восхождение к маяку. И что меня очень радует, я где-то увидел список «Самые интересные маяки России». И в первой тройке там были маяк Токаревского во Владивостоке, снимал. Маяк в Балтийске, в Калининградской области, как самый западный в России, снимал. И самый восточный маяк страны. До него я доберусь буквально с минуты на минуту. Мало того, что этот маяк дарил свет и надежду мореплавателям, он одним из первых на планете видит, как рождается новый день. Маяк был построен в 1955 году, и выполняет он две функции. Это еще и памятник Семену Дежнёву. Тот первым прошел Берингов пролив, даже раньше самого Беринга, в честь которого переход и назвали. Даже сейчас, со всеми современными средствами навигации, спутниковым интернетом, на огромных бронированных судах, плавание в этих землях не кажется легкой прогулкой. А почти 4 века назад на деревянном корабле идти тут первым – это настоящий подвиг. Там же, в районе мыса Дежнёва, мы прошли на зодиаках вдоль каменистого побережья и обнаружили два семейства сивучей. Они нежились на огромных валунах и не особо ждали гостей. Посмотрите, я прям слышу, как он кричит: «Где разрешение на съемку?» И есть ощущение, что я встретил Цезаря мира сивучей. Он с легкостью справляется с несколькими задачами параллельно. Грациозно, словно домашняя кошка, почесывался. Одним глазом следил за чужаками на странных разноцветных льдинах и при этом не забывал временами деклассировать других самцов. Удивительно, как изящно, несмотря на внушительные размеры, сивучи прыгают с камней в воду и плавают.
Просто посмотрите, как близко они позволяли к ним подходить. За что большое человеческое им спасибо от всего экипажа Хромова. Знаете, многие режиссеры очень любят играть со световыми схемами, чтобы обозначить скупованные эмоции персонажа или показать напряженность, резко меняют теплые оттенки на синее холодное освещение. Природа использовала словно такой же прием. Посмотрите на этот синий закат, он словно говорит: «И запомни, ты теперь как Дежнев, ты теперь северно-ледовитом, а вокруг медведи». И что касается медведей, очень скоро мы начнем высадку на заброшенный остров, на котором обитают только белые медведи. Да это просто круто звучит! Хочу повторить еще раз. Мы сейчас отправимся на заброшенный остров, который населяют только белые медведи. Для начала мы решили обойти остров Колючин на зодиаках, и почти сразу же нам встретились эти красавцы. На первый взгляд это просто ожившие плюшевые игрушки. Как мило они валяются, нежатся на солнце. Неуклюже спускаются по камням. Ну такие даже муху не обидят. Это да, их интересуют цели покрупнее. Мишки охотятся даже на моржей и белух. И на суше, и в воде это одни из самых сильных и обученных хищников на всей планете. Как неожиданно ловко и быстро они могут покорить гору высотой в 70 метров. А какие это великолепные пловцы. Только голова над водой торчит. И бегать они могут со скоростью до 40 км в час. То есть убежать от медведя есть шанс, ну может, у Усейна Болта в лучшие годы. Именно поэтому с нами вооруженные сопровождающие. Они обеспечивают нашу безопасность. Остров Колючин, наверное, одно из самых невероятных необитаемых мест, где мне довелось побывать. Ну хотя бы потому, что этот остров не такой уж и необитаемый. Просто одних жителей заменили другие. И как раз таки сейчас на разведку пошел наш гид-проводник, чтобы этих жителей увидеть, посмотреть и предостеречь нас. Собственно, с одним из проводников вы уже знакомы, это Василий. Ну а все, парни вернулись. Говорят, можно выдвигаться к брошенной метеостанции. Люди ее давно покинули, как и весь остров. А хищники, судя по всему, решили, что это федеральная программа. Доступное жилье для медведей Чукотки. В одном из домов засел белый медведь, который наотрез отказался выходить. И чтобы исключить любую вероятность встречи с хищником лицом к лицу, проводники встали с ружьями в 15-20 метрах от дома. Так они смогут прогнать медведя, если он все-таки захочет с нами познакомиться.
В общем, вот этот вот местный житель никак не захотел выходить из своего жилища, из вот этого вот здания, и не дал нам в полной мере исследовать эту заброшенную станцию. В общем, теперь понятно, кто здесь по-настоящему хозяин. Скорее всего, это был либо старый медведь, либо раненый во время охоты на моржа, либо же в битве с другим белым гигантом. Я даже не смог записать никаких своих эмоций по поводу встречи с медведем. Сейчас единственное, что приходит в голову, это какая-то лютая суета и суматоха. Просто представьте, целая лодка фотографов, операторов, и каждый не знает, за что хвататься. То за коптер, то за камеру, каждый кричит, что там медведь, он бежит, он лезет, карабкается вверх, плывет и так далее и тому подобное. В общем, это как минимум было очень сильно волнительно, но все мысли ушли только в то, как бы это все максимально классно снять, и я надеюсь, все-таки это получилось. И если для нас встреча с белым медведем – это что-то выдающееся, то, что мы запомним навсегда, то для тех, кто живет в этих землях – это часть их жизни, их рутины. Ну, это если на селе, то да, они там приходят. Ну, много моржей выкидывает недалеко от сел. Вот они, белые медведи, приходят, и как бы приходится отгонять их от села, чтобы не было не допускать стычек человек с медведем. Как могли заметить, Василий патрулирует со своим сыном, и тот в свои 8 лет уже рыбачит и помогает отцу на охоте. Правда, с папой он живет летом, а весь остальной год в школе. С младшим сыном хожу на охоту, там на нерпу, на моржа. Он сейчас ездит со мной на патрулирование, вот, показываю ему, ему интересно. Ну, а дальше все от него зависит. Поедет он учиться, вернется. Это его выбор. Я не буду ему диктовать свои там что-то. Если он захочет вернуться, он вернется. Всего у Василия 7 детей. Старшие учатся в Анадыре. И вернуться или нет, вопрос пока открытый. Но для себя Василий уже давно все решил. Для меня, наоборот, сложнее в городе будет. Потому что как бы суматоха, вот это все... не для меня. Здесь сейчас мои дети вырастают, они все в город идут. Да, в городе у меня сыновья сейчас в Анадыре. Вот, и им там проще, они студенты там. Вот. А для меня нет, для меня здесь я оленеводом работал в тундре. Как-то я здесь больше выжил, чем там. Находясь тут, понимаешь, почему птичьи базары называют базарами. На отвесных скалах несметное количество местных пернатых. На первый взгляд шум, гам и полный хаос. Но когда начинаешь присматриваться через камеру, то понимаешь, что есть в этом свой порядок. Кто-то летит за едой. Кто-то уже закупился и возвращается к птенцам. У них здесь своего рода общежитие, причем у каждого вида свой этаж. И тысячи птиц умудряются жить в согласии. Кайра – это некий ответ эволюции, как бы все-таки выглядели пингвины, если бы умели летать. Но ведь согласите, на первый взгляд их точно можно спутать с пингвинами. Уж очень они смахивают на этих парней в смокингах. Но на самом деле это кайры, это ни в коем случае не пингвины. И интересная особенность. Кайры не могут взлетать просто с плоскости, ввиду того, что у них очень крупное тело и не такие большие крылья, как хотелось бы. И они просто спрыгивают со скалы, начинают парить и входят в полет. А еще я давно хотел поснимать и паток. Мы с ними встречались уже на Курилах, но тогда так и не удалось сделать удачные кадры. В этот раз и патки не были против фотосессии. И это логично, такое ощущение, будто они только что вернулись с ресничек.
На следующее утро я проснулся от удара по корпусу судна. Это Ледовитый океан напомнил нам, почему он так называется. На нашем пути начинают попадаться льды. Да их тут целое море. Посмотрите на локатор. Каждая яркая точка на экране – это льдина. И как раз благодаря локатору мы можем обходить ледяные поля. Хромов хоть и ледового класса, но даже ледоколы предпочитают проходить по чистой воде. Хотя, конечно, бывают и непредвиденные ситуации. Примерно лет 10 назад наш Игорь Борисович был капитаном на Академике Шакальском. Это судно – брат Хромова. Их построили на одном заводе и по одному проекту. Так вот, была экспедиция в море Дюрвеля, это в Тихом океане. И 24 декабря судно на 2 недели зажало льдами. Вот работали 2 главными двигателями там на упор. Ну и появилась трещина, которую мы вовремя обнаружили впереди по курсу судна. Ну и смогли самостоятельно выйти и вышли как раз на православное Рождество 7 января. Но, к счастью, безопасность судна зависит не от меня. Мне не надо постоянно смотреть на локатор и сверяться с картами. Можно просто стоять на палубе и любоваться бирюзовыми льдами. И тем, как временами на льдинах, как на собственных зодиаках, проплывают моржи и медведи. Кстати, друзья, идем мы сейчас в открытом море. Вокруг на 360 градусов нету вообще ничего, кроме воды. Изредка встречаются скопления льда, и что меня поразило, вот мы идем, и посреди нигде, в открытом море, плывет медведь. Просто такой, между делом. Ну, я тут мимо проплываю по своим делам. До ближайшей земли, наверное, 50 км. Куда и как? Это просто поражает. И, по сути, вероятность встретиться с медведем здесь, наверное, такая же, как и встретиться с китом. Нереально. Оказывается, медведи мигрируют и вплавь, и на льдинах. И доказанный факт. Один мишка преодолел таким образом 900 километров. Возможно, медведь, которого мы только что видели, просто хочет поставить новый рекорд. А мы скоро подойдем к острову Врангеля. Он вместе с соседним островом Геральт – это заповедная территория. И этот заповедник включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Собственно, это и не удивительно. На мой взгляд, все, что мы видели, каждый квадратный сантиметр этой красоты достойны попадания в этот список. Уже на родных нам зодиаках отправляемся на остров. Очень солнечно, но не стоит обманываться. Говорят, погода на Врангеле очень переменчива. Раньше остров Врангеля назывался Умкилир. Я думаю, каждый сейчас смог услышать что-то знакомое. Я думаю, многие помнят сказку про Умку. Так вот, Умкилир переводится как «остров белых медведей». И хотя название сейчас другое, но суть осталась прежней. Здесь все так же огромное количество белых медведей. Высадились, к счастью, без проблем. И вот мы уже шагаем по каменистому берегу и шикарному ковру из цветного мха. Северные ветра обдувают лицо и микрофон вместе с ним. Остров Врангеля – уникальное место по многим причинам. И вот одна из таких. Это было последнее место на Земле, где все еще были встречены мамонты. И по меркам истории это было совсем недавно, примерно 4000 лет назад. Но просто представьте, в Египте уже вовсю правили фараоны, кельты начали заселять Европу, а купцы из Ассирии основали первые колонии в Каппадокии. Кстати говоря, про Каппадокию и Турцию в целом есть выпуск на канале. Если вдруг не смотрели, обязательно смотрите. Но вернемся к мамонтам. Примерно 4000 лет назад их можно было встретить тут. И, к сожалению, как раз-таки на этом их история и закончилась, после встречи с человеком. Мы идем в сторону балков. Так называются постройки для сотрудников заповедника. Первый – маленький, деревянный, обставленный очень минималистично. Но первым обращаешь внимание на все эти гирлянды из колючей проволоки – шипы. Будто дом готовится к обороне. Да, белые медведи очень любят ходить в гости. И двери, и крыша для них не препятствие. Ну как для нас открыть консервы с чем-то вкусненьким. Только этим вкусненьким можешь стать ты сам.
Все закрыто, все зашиковано. Крыша, бывает, что залазили на крышу. Ну вот я говорил, видите, что труба, вырывали часто трубу печную, поэтому пришлось сделать сотрудникам нашего такую елочку, чтобы закрыть ее. Не как-то так. Ну, у нас есть правила поведения, ну и работы. Естественно, мы же находимся в местах такой крупной очень концентрации животных, поэтому есть правила разработанные. И как я всегда рассказываю, если ты делаешь то, что ты должен делать, по этим ТБ, и не делаешь то, что не должен делать, то все в порядке будет. На самом деле удобно. Если приезжаешь 1-2 человека, то расконсервируй этот большой дом долго, ты день топишь только. А здесь вот пара часов, и уже здесь тепло и сухо, в общем, удобная вещь. В общем, для маленькой компании на день-два маленький балок подходит идеально, но... Весной... Когда мы работаем здесь на берлогах, на учетах берлог, мы живем где-то порядка, наверное, ну, до месяца. Угу. Это март-апрель. Угу. Вот для таких долгих командировок и нужен большой новый дом. Сразу же узнаем привычные дизайнерские решения, которые так не нравятся местным медведям. Видите, все окна, ну, да. Любые окна, все, отлично. Трубы, все закрыто шипами, это все от медведя. Ну, он вырывал как-то пару раз решетки у нас. Сделали, видите, вниз шипы, чтобы он снизу не мог подскочить. Внутри, особенно на контрасте с первым балком, просто 5 звезд. Просторная, удобная кухня, двухъярусные кровати. И что очень важно, есть домашняя атмосфера. Безусловно, оказаться тут – это счастье. Но жить здесь месяц, а то и больше, в гораздо более суровых погодных условиях, и понимать, что заглянуть к тебе может только белый медведь, в таких-то декорациях ощущение уюта не помешает. Самое главное качество вообще как бы работника заполярных УПТ – это терпение. Почему? Объясню почему. Потому что бывает так, что ты… вот мы были сегодня в оболочке маленькой, оболочек на двух человек, да, и ты вынужден неделю, ты не можешь выйти из-за непогоды и прочего, да, и если ты вот не можешь себя перебороть, вот вскакиваешь, бегаешь, что ты суетишься. А вот если ты как бы опытный работник, если опытный полярник, то ты просто лежишь и ждешь, лежишь и терпишь, когда кончится. Новый дом полностью автономный. Солнечные панели и ветрогенератор обеспечивают электричеством. Связь на центральном кордоне заповедника – спутниковый интернет. Есть спутниковые телефоны. Вода со снежников у нас. И, ну, привозная. Отъезжаем. Тут нет рядом воды. Вот это пить нельзя. Не, это нельзя пить. Там, ну, очень большое содержание, поэтому... Да, да, да. Ничего хорошего. А как быть с продуктами? Их тут заказывают раз в год. Обычно это происходит весной, а осенью приходит судно с драгоценным грузом. Правда, из-за погодных условий могут быть и задержки до нескольких месяцев. Как же внимательно составляется список? Тут на кассе не скажешь: ой, про хлеб забыл. Забыл? Ну, через год будет следующая попытка. Старший инспектор острова Павел до Врангеля работал 5 лет в заповеднике в Хакасии. Потом была офисная работа, и 6 лет назад Павел отправил резюме в несколько удаленных заповедников. В итоге выбрал Врангеля. И вот он может позволить себе фразу: «Я не герой, это просто моя работа». Это не какая-то героическая, совсем такая страшная Арктика. Достаточно в комфортных условиях работы. В современных комфортных условиях работы. Итак, Павел говорит, это не героизм, комфортные условия. И при этом вот что он очень спокойно добавляет буквально через полминуты нашего разговора. Случаев-то очень полно. И они периодически, как бы, ну, они бывают, случаются, что да, медведь пытается там вырвать решетку из окна или там сломать дверь. Ну, совсем страшно, что... Ну, на самом деле, страшно это постоянно. Ну, то есть, ты должен опасаться, ты не должен... Самое главное, ты не должен привыкнуть, ну, к ним как к чему-то обыденному, к чему-то вот такому, что вот постоянно вокруг тебя. Ты всегда должен быть настороже и всегда должен опасаться. После мы пересели на зодиаки и прошли вдоль острова к птичьим базарам. С одной стороны льдины и хромов, с другой – черные острые нависающие скалы и очень много птиц.
тут огромный птичий базар, километров 10. И казалось бы, тут везде эти базары, но все равно не перестаешь удивляться рисунку броуновского движения тысяч птиц, их криком. На каждом острове они свои. Этот же день, уже ближе к закату, мы прошли сквозь редкие льды к острову Геральда. И случилось настоящее чудо. Даже члены команды сказали, что впервые за много лет увидели 26 медведей всего за 2 часа. Но эти цифры хоть и звучат внушительно, но никак не могут передать эмоций, что рождаются, когда видишь столько этих зверей перед собой. Это и восторг, и страх, и радость, и умиление. Эти мишки выглядывают из снежных нор, как из берлог. А вот медведи-эквилибристы, лежащие на склонах скал, в местах, где, ну, никак не ожидаешь увидеть медведя. Есть одиночки и мамы с малышами. Просто посмотрите, сколько спокойствия, заботы, любви в этом кадре. Медведица с высоты оглядывает северные просторы и наверняка тихо приговаривает: «Вот подрастешь, Умка, и вся Арктика будет твоей». Новый день, и мы продолжаем изучать остров Врангеля. Идем на следующую точку высадки. Утро выдалось туманным, и льдов вокруг стало гораздо больше. Они вольготно выплывают из тумана, проходят мимо. Некоторые трутся о борта корабля и снова исчезают в дымке. При подходе к точке высадки резко распогодилось. Очень яркое солнце отражается от воды и дрейфующих мимо нас льдин. Если бы на горизонте не был виден холмистый рельеф острова Врангеля, то небо и вода визуально превратились бы в одно целое. А вот сам остров показался нам холоднее, чем в предыдущие разы. Ночью выпал снег, и такая свежая картинка, чистая, как для рекламы Арктики, если бы она, конечно, нуждалась в рекламе. Опять мы на зодиаках смотрим на скалы, земли, укрытые снегом, и птичьи базары. А в свою очередь, птицы, проплывающие мимо на льдинах, с любопытством рассматривают и нас.
Приглядитесь, видите на серых скалах серых же птиц? Это чайки-подростки. Белеют они уже, когда становятся взрослыми, а пока им нужна маскировка, чтобы быть не такими заметными на берегу. Так проще спрятаться, когда взрослые улетают на охоту, а опасностей на берегу хватает. Вот, например, по горе бежит писец, он с радостью бы полакомился птенцами. Высаживаемся на острове Врангеля среди льдов, прибитых к берегу. Направляемся вглубь острова на небольшой трек, осмотреть окрестности. Все еще светит яркое солнце, так что видимость отличная и можно наслаждаться видами. Под ногами то хрустит снег, то шуршит сухая трава. Рядом журчат ручьи, бегущие по камням в океан. А вот сопровождающие не отвлекаются на природные красоты. Сотрудники заповедника в основном наблюдают через бинокль за горизонтом. Не забываем, мы во владениях белых медведей, а это умный, хитрый и любопытный зверь. Несмотря на свои размеры, он может незаметно преследовать тебя, прячась за рельефом местности. Долго наблюдать и выжидать удобного момента, а потом за считанные секунды оказаться возле тебя. И именно в то мгновение, когда вы расслабитесь, потеряете бдительность, повернетесь спиной и начнете собирать цветочки. Поэтому идем мы все вместе и приглядываем друг за другом. И тогда на судно вернется столько же людей, сколько сошли на берег. Как покажет будущее, все эти правила придуманы не зря. В этот день была еще одна высадка на острове Врангеля, уже в другом месте. И такое ощущение, что это два разных мира. Утром было яркое солнце, насыщенные краски. И несмотря на льды и снега, вокруг была жизнь. А сейчас лишь туман, ветер и холод. То и дело встречаются черепа оленей и овцы быков, а выброшенные штормами на берега бревна напоминают огромные кости неведомых чудищ. Даже земля почернела. Вот такая картинка и рождается в голове, когда говорят о суровом севере. Нам предстоит в последний раз в этой экспедиции навестить остров Врангеля. Команда внимательно осматривает берег, там были замечены белые медведи, и как раз в том месте, где нам высаживаться. А именно, в районе уже бывшего аэродрома. Бухта сомнительная. Когда-то здесь был целый метеорологический поселок. Но с появлением, так сказать, современных технологий, необходимость в нем просто пропала. Раньше здесь следили за состоянием льда, но теперь это делают с помощью спутниковых снимков. Так что поселок сейчас служит просто еще одной интересной локацией для гостей острова. Но назвать место заброшенным нельзя из-за одного конкретного дома, но к нему вернемся немножко позже. А сейчас всей группе срочно освежают знания по правилам безопасности, потому что прямо по нашему курсу белый медведь. И его было прекрасно видно невооруженным взглядом. А это значит, что при желании он за несколько секунд преодолеет разделяющее нас с ним расстояние. Мы продолжаем движение, и дистанция все сокращается. Но сотрудники заповедника контролируют ситуацию. Хищник долго смотрел на нас, а потом развернулся и, будто потеряв интерес, удалился. И спрятался за холмом. Наши сопровождающие прогнали его очень простым способом. Осторожно пошли в его сторону, и когда медведь осознал, что проиграл в прятки, обиженно покинул поселок. Его, конечно, тоже можно понять. Это очень неприятно, когда гости мало того, что с пустыми руками, так еще и гонят самого хозяина. Вот этот дом все еще работает. Это стационар «Сомнительное». Жилое здание для сотрудников заповедника и гостей острова. И даже своего рода музей. Есть такое ощущение, что в предбаннике может найти любой инструмент. Гаечные ключи, отвертки, пассатижи. По сути, нормальный такой гараж. Есть тут и запас дров, и теплая одежда, и резиновые сапоги. На кухне печка, в жилой комнате печка. В этих местах много печек не бывает. Зимой тут очень холодно. Откровенно говоря, летом тоже не особо жарко. На стенах карты и виды природы. На полках научные фолианты, китовые усы.
Снаружи, само собой, решетки, шипы и проволока. А на земле сквозь черепа произрастает трава и цветы. Примерно так я и представлял себе дом последнего человека на земле. Очень хочется назвать остров Врангеля удивительным местом. Но знаете, удивительных мест много, а остров Врангеля один. Мне не с чем его сравнить, это действительно что-то уникальное. Его природа, то, как ты себя тут ощущаешь. То, каким разным может быть остров. Что-то мне подсказывает, проведи мы тут еще несколько дней, мы бы открыли новые грани острова. И я хочу поблагодарить Panarctic Star и Vasta Expedition за то, что они помогают открывать этот мир. После острова Врангеля наше судно легло на обратный курс, но еще будет несколько высадок с потрясающими локациями. На пути у нас было разреженное ледовое поле. Учитывая, что корабль у нас ледового класса и опытная команда, можно было не делать крюк, а идти через это поле. Мы шли на малом ходу сквозь туман и лед. Я как-то в самом начале уже говорил, что корабль на фоне пейзажа показался маленьким и беззащитным. Но вот теперь эти слова актуальны как никогда. Хромов окружают сотни и тысячи льдин, по размеру не уступающих судну. Страшно не было, но временами, когда слышишь звук удара о борт, чуть-чуть как-то неуютно. Но так красиво, что забываешь обо всем. Ну, до следующего удара. Нас ждет двухдневный переход в Анадырь с высадками по пути. Предлагаю еще раз прогуляться по судну. Начнем со столовой, где подают разные деликатесы, например, крабов. Есть кают-компания. Тут всегда можно попить кофе со сладостями, поиграть в настолки или почитать книгу. То, что на верхней палубе и капитанском мостике в формате 24/7 показывают красоту, это понятно. Но мы же помним, что Хромов это научно-исследовательское судно. В течение всей экспедиции нам читали курс лекций про Земли, что мы проходим. Раскрывал нам секреты природы вулканолог, физик и популяризатор науки Сергей Самойленко. Это большой талант, так вкусно рассказывать о науке. Забавно, что мы с Сергеем уже встречались. Года 4 назад я снимал его в музее вулканов на Камчатке, который Сергей и основал. Отец Сергея вулканолог и полярный океанолог. И с самого детства наш лектор ходил с папой в экспедиции. Ну и дальше как-то все пошло, стал физиком, математиком. Но вулканы — это тот способ, с которым можно беседовать с целой планетой. Уже на языке физики, математики и чего-то угодно. А потом пересказывать людям, чего удалось узнать. И это, пожалуй, самое красивое и элегантное объяснение того, что такое вулканология и зачем она нужна. То, что вулканы рассказывают о планете, о мантии, о процессах, идущих на границе коры мантии, вот это вот еще терра инкогнита, не говоря уже о том, что сейчас мы потихонечку начинаем понимать, что наш подземный мир — это не совсем та физика и химия, которую мы привыкли вот туда транслировать. Это физика и химия высоких давлений. И вулканы — это язык, с помощью которого нам планета вот эти вот удивительные процессы начинает описывать и рассказывать. И чем больше ты узнаешь, тем интереснее путешествовать и открывать для себя новые точки на карте. Например, такие как Уэлен. Самый восточный населенный пункт и нашей страны, и вообще всей Евразии. Вообще, попыток высадки на Уэлен было две. Первая еще по пути на остров Врангеля. Но тогда мы так и не смогли зайти из-за плохой погоды. А вот на обратном пути нам повезло, ведь попасть в Уэлен можно только морем или на вертолете.
кстати, самое первое, что бросается в глаза, это огромное количество собак. Их такое впечатление, что больше, чем вообще людей в данном поселке. Собаки в этом необычном месте тоже непростые. Это представители аборигенных пород, очень похожи на волков. Но при этом они крайне дружелюбны. Обожают прятаться под зданиями на сваях и следят оттуда за происходящим своими прекрасными глазами. То есть да, село очень маленькое, население меньше 700 человек, и живут они на краю света. Буквально два факта, чтобы вы могли построить в голове какую-то картинку и прочувствовать атмосферу, что же такое УЛН. Итак, самое высокое здание во всем поселке – это трехэтажная школа, а зимой 22 года в поселок дважды приходил белый медведь. Но, как ни странно, ощущения заброшенности тут нет. И почти каждый объект тут гордо носит звание «самый восточный на континенте», «самый восточный магазин», «самая восточная больница», ну и так далее. В течение экспедиции мы нередко встречали китов, в том числе и возле УЛН. Но самое массовое скопление этих гигантов было у острова Колючин. Они просто пришли поесть, но для меня их обед стал одним из самых запоминающихся моментов за все это путешествие. Десятки китов били хвостами, создавали фонтаны, выныривали то там, то тут. Среди приглашенных на китовое пиршество были тысячи птиц-кочурок, родственники буревестников. Они сопровождают этих великанов и питаются крилем и рыбой, выброшенными наверх фонтанами. Эти птички способны улетать очень далеко в море. Собственно, на берегу они проводят очень мало времени. Сотни лет назад считалось, что кочурки – это души погибших моряков. Еще одно удивительное место находится совсем рядышком. В 50 километрах от села УЛН располагается остров Ратманово. Визуально это ничем не примечательный кусочек суши всего в 9 километров в длину. Мы высадились на зодиаках на остров. Дальше мы прошли вдоль ручья и уже после заката поднялись на самый верх, где с обрыва можно было увидеть наш корабль и еще кое-что. Наконец-то я могу заглянуть в прошлое. В прямом смысле посмотреть во вчерашний день. И перед тем, как вы будете говорить, что я сошел с ума, подождите. Я нахожусь на острове Ратманово, откуда виден соседний остров Крузенштерна. И дело в том, что между этими островами как раз-таки проходит линия перемены дат. И хотя между этими островами примерно 4 километра, но вот разница во времени между ними 21 час. Поэтому острова так красиво и называются. Остров Завтра и остров Вчера. А еще остров Крузенштерна – это уже территория США. То есть мы на наших зодиаках за несколько минут могли бы попасть с одного континента на другой. Из сегодня во вчера. И стоя тут, на обрыве, ощущаешь, будто взломал время и законы природы. И, кстати, это еще довольно уникальное событие в том, что это всего лишь третья группа туристическая за последние 4 года. То есть попасть сюда непросто. Тут все пропитано духом приключений. Открытие новых земель. Даже на камнях мох будто нарисовал карту мира. Благодаря повышенной влажности тут прямо по камням стелется трава. Растет мох и маленькие оранжевые облачка морошки. То, что Чукотка прекрасна, вряд ли для кого-то новость. Удивляет, насколько разнообразна и многогранна ее красота. Вот, например, мы высадились в случайном месте, в надежде увидеть моржей. Этих гигантов мы не застали, зато нашли вот этот пейзаж. Это совсем другая картинка. Зеленые горы, белый песок, прозрачная лазурная вода. Как будто курорт где-то в тропиках, конечно, не считая температуры воды и воздуха.
Новая Чаплина. Этот населенный пункт полон парадоксов. Само село очень молодое, основано в 1958 году. С одной стороны, село совсем крошечное, а с другой, это самое крупное эскимосское поселение в России, почти 500 человек. Тут проживает примерно треть всех представителей этого народа в нашей стране. Возле вполне себе современных зданий припаркованы большие проходимые машины. А рядышком вялятся на солнце куски китового мяса. Морской зверобойный промысел – основное занятие местных жителей. И нам очень повезло тут с закатом. Сильный ветер сдувал облака с насиженных мест, и солнечный свет пробивался между ними, играл и переливался. Выражение у поморов, то море не ходил, тот Богу не молился. На самом деле ты настолько сильно зависишь от различных метеоусловий, что ты, естественно, веришь и как-то загадываешь, чтобы к тебе и навигация была благополучная, чтобы корабль не повстречал никаких мелей по дороге и сплоченных льдов и прочего. И раз я сталкивался, что когда какая-то непонятная групповая карма у гостей, например, да, или у экипажа, то все валится из рук, и корабль начинает встречать кучу неприятностей, плохой погоды по дороге. И переломить это можно только тем, что все объединятся, начнут думать положительно, и начинается складываться маршрут прямо все такими магическими какими-то кристаллами, как кубик Рубика встает в такую чудесную картину. И мне сложно понять, что в итоге произошло. То ли мы создали это своими мыслями, или же просто повезло. Но под конец нашей экспедиции мы увидели это. Слева от нас северное сияние. Справа суперлуния. Вот при таких обстоятельствах и придумали фразу, что две головы лучше. Хочется одновременно смотреть в обе стороны. Там небо взрывается зелеными волнами. А там огромная луна рисует на водах океана красную лунную дорожку. В начале этого видео я говорил, что вы увидите на Чукотке. Говорил про медведей, северное сияние, про льды и китов. Рассказывал о приключениях, но я даже не мог представить, что встречу настолько удивительных и сильных людей, которые словно сошли со страниц Джека Лондона или Жюль Верна, для которых приключения – это жизнь. Мы можем сделать любые пролеты на коптере над местными красотами, поиграть словами, но любовь к Чукотке куда лучше смогут передать Василий или Павел. Просто тем фактом, что они выбирают быть тут.